Следующий вопрос. Ман аххара салатан ауаль вактиха сумма мат. Если человек не совершил намаз в начале его времени, а потом умер, есть на нем грех или нет? Намаз, зухр, часу до четырех длится промежуток его времени. Сейчас дали азан, до двух, до трех часов человек намаз не прочитал зухр. Потом в три часа умер, не прочитав зухр. Перед Всевышним Аллахом будет ответственность нести за этот намаз или нет? Кто скажет, будет нести ответственность или нет? Единогласное мнение обладателя знания в нашем кружке, то, что он ответственность нести не будет, так или нет? Говорит Тали ибн Кудама фильмурни, говорит ибн Кудама в книге Аль-Мурни, 2 том, 45 страница. Вайнахара салатан ауали вахтиха биния тифи алиха. Если человек отложил совершение намаза с его начального времени, то есть его что? Отложил с намерением его совершения, то есть он намеревался его вообще совершить, так? Но просто отложил от начала его времени. Фамата кабля фи алиха, но затем постигла его смерть. Лам якун асиян, он не является грешником перед Всевышним Аллахом. Лянну фааля майя джузу лаху фи алиху. Почему? Потому что он совершил то, что разрешено ему совершить, так или нет? То есть откладывание намаза от начала его времени разрешено. Соответственно, он совершил то, что ему разрешено, соответственно, он не совершил грех. А раз он не совершил грех, грешником он не является, и ответственность он не несет. Вальмоуту лейса мин фи алихи. А смерть это не из дел человека, так или нет? То есть человек не делает сам себе смерть. Говорит, фаля я сам убеги. Поэтому он не несет грех за то, что именно в это время пришла к нему смерть. Это ясно или нет? Ясно. То есть вопрос легкий. Но вопрос в том, что если человек услышал азан и знает то, что он обязан идти на джама, намаз, который джама обычно, когда читает намаз, сам в начале его времени, так или нет? И он не пошел на джама, вместе с тем, что он был обязан совершать намаз на джама, тогда он возьмет грех за что? За то, что он упустил джама. Но за то, что он не совершил намаз, он не будет нести грех. Две разные вещи. Понятно или нет?